Завтра 15 июля и заканчивается моя почти трехлетняя история работы в одной муниципальной организации недалеко от дома. Работал специалистом по связям с общественностью и туда был приглашен, будучи активистом своего микрорайона. Да, меня пригласили. И все три года почти мы слышали о том, что у организации есть проблемы в связи с тем, что когда-то кто-то проворовался. У организации долги, она выплачивает налоги. В связи с этим постоянная задержка зарплаты. Проверки, как правило, ничего не давали. Однако своя рубаха ближе к телу. И вот я написал за 2 месяца до увольнения претензию. И, похоже, буду разворачивать войну. Да, я пойду против системы, потому что есть спортивный интерес, и так жить без денег по 2 месяца просто невозможно. Тяжело к тем, кто не может найти работу, но мне повезло, я возвращаюсь на прежнее место. Меня там ждут, пригласили. И думаю, все будет хорошо. Буду работать в центре Москвы. Всем пока, удачи!